Друзі, вітаю! Ви на першому міському. Мене звати Іван Дучак. Це проект «Інтерв'ю дня». Сьогодні до нашої студії завітав член Національної спілки краєзнавців України Ігор Рукавіцин. Я вас вітаю. Добрий вечір. Пане Ігоре, ну почнемо розмову про те, що завтра буде презентація книги «Залізорудне Криворіжжя. Європейський погляд». Дуже хочу запитати вас, щоб ви розповіли більш детально про цю презентацію, яка головна мета цього заходу, кого і на що чекаєте? Действительно, у нас в городе завтра такое неординарное событие. В Криворожском техническом университете в 11 часов утра начинается официальная презентация книги «Железорудное Криворожье. В конце 19-го, начале 20 века. Европейский взгляд». Ну, говорить только о том, что эта презентация книги, ну, было бы неполно. На самом деле, завтра в там же в университете презентуется выставка. Выставка называется «Иноземные инвестиции в Украине кінця 19-го, початку 20-го сторіччя, частина перша, Україна-Бельгія». Эта выставка была подготовлена Днепропетровским национальным историческим музеем. И завтра сотрудники, ведущие сотрудники, замдиректора по научной работе, ведущий сотрудник по этому историческому периоду, они представят эту выставку криворожанам, и одновременно как бы с этим событием вот наш авторский коллектив презентует эту книгу. Ну, давайте тоді продовжимо тему виставки. Чи ця виставка і буде тільки в Кривому Розі, чи десь подібна ще була? Вы знаете, тут все настолько переплетено. Дело в том, что выставка подготовлена за средства и по инициативе посольства Бельгии в Украине. И непосредственно сам господин полномочный и чрезвычайный посол Бельгии в Украине Люк Якобс будет представлять эту выставку здесь, в Кривом Роге. То есть на завтра подтверждено присутствие посла Бельгии в Украине на этом мероприятии. И хотел бы также немножко так рассказать, что эта выставка в Кривом Роге впервые. В Днепропетровске она открывалась весной этого года. Она была дополнена, кроме тех плакатов, которые приехали к нам, это 19 больших таких коллажных постеров, которые вот демонстрируют бельгийские инвестиции не только в Кривом Роге, в Екатеринославе, в тогдашнем, но и в разных областях. Я хотел сказать, что вот эта выставка, с ней уже объехали практически всю прифронтовую зону, то есть европейцы хотели показать о том, что Украина и Европа очень имеют тесные контакты. И эта выставка была уже и в Славянске, и в Мариуполе, и в Лисичанске. И действительно оказалось о том, что большинство предприятий и стекольной промышленности, и металлургической промышленности, и металлообработка, которые там работали с конца 19-го, начала 20 века, они в большинстве были построены либо на деньги французского, либо на деньги бельгийского капитала. То есть бельгийцы знакомят о том, что вот они здесь не вновь пришли и пытаются нам показать о том, что Украина — это часть Европы, о том, что это старые уже достаточно укрепившиеся связи, о которых мы просто успели забыть. А что мы побачимо на выставке? Какие материалы? На выставке, к сожалению, пока не привезли саму предметку. То есть там очень интересная предметка, она демонстрировалась в Днепропетровском историческом музее. Здесь это будет только 19 планшетов. 19 планшетов и мини-выставка, которую устраивает сам Криворожский технический университет. То есть можно будет увидеть, я вот хотел чуть-чуть еще вот вернуться к книге. Дело в том, что это не совсем авторская вот работа, это скорее, скажем, переведенная, комментируемая и адаптированная на сегодняшний день. Ну, кто працевал-то над... Да, это комментированное издание 1902 года книги бельгийского горного инженера Жюля Кардевинера, над которым работал над переводом ректор университета Николай Иванович Ступник.
подготовку адаптации, комментарии, вступительная часть. Это вот наш авторский коллектив Николай Иванович Ищенко, и я член Национальной спинки краеведов Украины. Uh-huh. То есть вот три человека. Uh-huh. Это наш уже не первый проект. В прошлом году мы презентовали книгу «Железорудное Криворожье конца 19-го, начала 20 века». Это она была издана к 135-летию начала рудничных разработок на Криворожье. И как бы идея такая, чтобы продолжать эту серию, чтобы угу. вот ежегодно хотя бы вот, ну, по одной книге готовить. А в чому взаємодія і в чому, скажімо так, актуальність цього питання на теперішній час і з боку бельгійських наших партнерів, угу. і з боку самого нашого міста? Ну, для нас це в першу чергу цікаво, тому як це наша історія. Тобто це перший случай, коли Криворожський руднічний район був системно описан. Тобто після нього вже буквально через 2 роки появилось отечественне издання, це по Екатерининській железній дорозі 904 року, тобто на 2 роки позже. І вони во многом вже заимствовали эту структуру. Особо актуально то, что это писал бельгиец, и книга была издана в Париже и в Брюсселе, одновременно в двух европейских городах. И она не подверглась цензуре. То есть свежий европейский uh-huh. взгляд человека, который окончил высшее заведение, бельгийскую Эколь де Мин Брюсселя, и он приезжает сюда, ну, скажем, вот достаточно такой в дикую страну, да, еще, и то, что он видит, он пропускает через себя, и он описывает это. То есть вот такой вот взгляд, и, конечно, это интерес более с исторической позиции, но, тем не менее, для узкого круга там специалистов, горняков, интересующихся историей рудничного дела, историей Криворога. То есть это вот богатейший материал, который до сегодняшнего дня нигде был не опубликован, неизвестен и не обработан. Кількість екземплярів, де можна побачити та придбати цю книгу? Книга издана тиражом 500 екземпляров. Я надеюсь, что в ближайшее время книга будет передана в библиотеки города. То есть планируется о том, что во всех, ну, специализированных технических вузах она будет доступна. Я еще хотел рассказать о книге. То есть вот ее издавали специально в таком формате, как издание начала 20 века. Это вот тканевый переплет. Здесь использована шведская бумага Мюнкен, она тонированная в массе. И вот рисунки, они могут показаться, что они как бы с того времени. На самом деле это талантливый криворожский художник Агеенко Иван. И вот он в технике гравюры на меди выполнил там до десятка таких вот рисунков для книги. И помимо этого здесь еще порядка 35 иллюстраций, как оригинальные, так и добавленные, и 4 карты. То есть, ну, масса інформації, з якою от можна працювати, і яка якби как бы відкривається. Чому саме металургія? Чому саме цей напрямок? Чи це досить така велика була подія в історії Кривого Рогу та Європи? Почему именно вот издалась книга так. в Европе, да? Вы знаете, дело в том, что среди там полутора десятков предприятий, которые были основаны на иностранном капитале и работали в Кривом Роге, в Криворожском рудничном районе, 7 это были бельгийские предприятия. Поэтому бельгийцы, например, и так же как французы, они старались своих специалистов сюда направить, и для пополнения оборотных средств предприятий выпускались ценные бумаги. Такой вот инструмент для пополнения средств, акций и облигаций. И средний класс Франции и Бельгии, они все вкладывали в деньги в эти процентные бумаги, так как банковский процент состоял где-то 2% годовых, при том как акции и облигации гарантировали 4,5-5% годовых. Помимо этого, если предприятие увеличивало свою прибыль, то можно было еще надеяться на дополнительные дивиденды. То есть взгляды Европы, ну, центра Европы, да, каким был Париж и Брюссель, были устремлены сюда. То есть люди, вложившие деньги, они переживали, чтобы все хорошо развивалось, чтобы кризис, который начался в 1900 году, вот книга вышла в 1902, это вот как раз на пике европейского кризиса, и он подходил сюда. То есть они переживали, чтобы их инвестиции не пропали здесь, и также хотели понимать о том, какие перспективы, какие объемы залежей, какие предприятия там вырвались вперед. То есть вот все это описано в этой книге.
З якими, можливо, труднощами, скажімо так, зіштовхнулись, коли робили цю колосальну працю, і що було дуже цікавим особисто для вас? Знаєте, перша попытка, то есть об этой книге я узнал около 5 лет назад. То есть совершенно случайно, я очень часто мониторю интернет-сайты, в основном это аукционы, с разным написанием слова «Кривой Рог», в том числе там на французском, на немецком языке. И вот во время одного из таких поисковиков была найдена книга. Я приобрел эту книгу, книга пришла. Ну, удивительнейший факт был о том, что в Кривом Роге никто об этой книге даже не слышал. То есть ни специалисты, ни краеведы, ни музей. То есть это была терра инкогнита абсолютная. Первая моя попытка была это перевод с обычным преподавателем французского языка. То есть я обратился к человеку, которая сделала около 15 страниц. Это был абсолютно нечитабельный перевод. То есть нужен был специалист. Специалист, багато терминів, багато... Да. И, знаете, здесь очень повезло с Николаем Ивановичем Ступником, с ректором Кривожского технического университета. Он сам год учился в горной школе Парижа, Эколь де Мин Париж. После этого около 5 лет он преподавал в Алжире на французском языке. То есть, практически, знаете, как человек, как носитель языка. При этом высочайший специалист по технике горного дела, естественно, он... То есть тут большинство работ по переводу, вот эти вот интересные моменты. А то, что вот интерес, повеселило и как бы вот тогда какие-то интересные моменты, знаете, мы узнали такие вещи из истории, которые ни один из источников не описывает о Кривом Роге. Вот в частности, например, для того, чтобы заключить договор на землю с крестьянской общиной, то есть в основном у нас землевладельцами были крестьянские общины, нужно было собрать сход. То есть это все мужское население, и они должны были проголосовать, например... Это территория Кривого Рога. Территория Кривого Рога, но было, например, община крестьян Кривого Рога. И были сопредельные села, так как вот современный Кривой Рог это три уезда двух губерний. То есть сегодня это все объединено, а тогда это вот даже на стыке разных губерний находилось. И вот если небольшой поселок или деревня, для того, чтобы собрать эту крестьянскую общину, кого это интересовало, они устраивали им пиры. Вот там описывает, в частности, Кардевинер о том, что для того, чтобы капиталисту уговорить эту общину, вот пиры в стиле, и он называет художника. Я полез там смотреть, что это за художник, и пишут, что это художник средневековья, который отличался тем, что он писал очень большие пиры. И вот по 3 дня свозили эти телеги для того, чтобы весь поселок накормить, напоить, как бы усладить, и потом вот уже размякших этих мужиков там договориться с ними. Ну, вот таких моментов множество, там по поводу перепродажи земель, по поводу отношения одних людей к другим. Например, о том, что мы знаем, что, например, церковь была владельцем земли, да? Но о том, что Криворожская церковь пыталась на своей земле там тоже добывать руду, то есть это тоже уникальные вот как бы такие факты, из которых складывается такая цельная мозаика картины и дополняет то, что мы знали об этом уже. Висновок з цієї роботи особисто для вас. Цікаво подивитися, яка була промисловість цього часу, чи цікаво було, які були відношення між бізнесом, так? Я розумію, що так було. Чи, що ще? Саме головне для вас. Самое главное, это то, что мы должны понимать, что даже вот такая наука, как история, там, как прикладное краеведение, о том, что еще точка не поставлена и ничего не сказано. То есть нужно искать новые источники, очень много в зарубежных источниках, и открываются такие целые пласты массива информации. То есть, казалось бы, уже все сказано о городе, да, все изучено, все, точка поставлена. Но вот, чтобы узнать о личности того же самого Кардевинера, пришлось обратиться к другим источникам. В частности... Да, кто была эта людина? Да, вот в частности, о нем информацию я нашел в книге Джона Маккея, которая называется «Pioneers for Profit», это значит «Первопроходцы ради прибылей», которая вышла в 1970 году в Чикаго. Знаете, то есть вот интересные такие вещи. Да. И сейчас мы потихоньку работаем над этой книгой, потому как там очень много информации и о других предпринимателях. То есть Маккей там изучил вот этот весь бизнес, он описывает, сколько они получали. Вы знаете, это были вот такие действительно легионеры, которые, бросив
все там, устремились сюда, потому что здесь возможно было реально и очень хорошо обогатиться, и они получали сумасшедшие как бы зарплаты, при этом не теряя связь с родиной и привнося сюда к нам на Криворожье европейские традиции, европейский быт, европейскую культуру, потому что местные помещики, местные предприниматели, они вот общались, они тянулись за ними, они как бы тоже учили язык, и вот, вот этот вот симбиоз, он очень интересен. Що далі? Я розумію, що на цьому виданні не будете зупинятись. Які ще проекти? Проекти продовжуємо. Тобто є ідея, як би зробити таку, ну, знаєте, як глобальну роботу, тобто описати і всі рудники, і по можливості дати як можна більше видового матеріалу, тому як, от, наприклад, в першій роботі здесь зроблено акцент на фотографії, на візуальний ряд. Це то, як ми от сьогодні воспринимаем информацию. То есть люди сегодня привыкли получать информацию в виде как бы таблоида, да, то есть заголовок, картинка там, и это на мнемоническом уровне мы получаем какое-то знание, и оно фиксируется, вот картинка и информация. То есть отходим от длинных таких вот текстов. Ну, Кардовинер в этом, знаете, оно исключение и классика. То есть это must have того, что должно быть там у краеведа, у любителя истории, у интересующегося горным делом. Ну, книги должны быть более вот интерактивны, они должны быть и с каким-то там и видеосюжетами, и с возможностью там ссылки QR-кода на какую-то дополнительную информацию. Поэтому вот сейчас движемся в этом направлении. При всей этой работе, как роботы, задоволение наибольше от чего отримают? От общения. Потому что, знаете, говорят, когда ты занят правильным делом, тебе попадаются правильные люди и информация. То есть это люди, это интересные люди, это, ну, меня Бог свел с такими людьми, знаете, я благодарен, действительно, это профессура, это люди, которые, ну, и в бизнесе, и в образовании уже заняли свою нишу, и мне очень интересно, мне есть чему научиться от них, и в то же время я вижу, что какие-то там мои знания в каких-то там в сферах там, или какие-то мои находки, они не остаются для них, скажем так, безразличными, и вот я тоже чем-то могу быть полезен. Угу. Поэтому это в первую очередь, конечно, информация и люди. Наскільки Криворіжжя взагалі цікаво в такому напрямку історичному, і чи багато ще не відкритого? Ну, я думаю, что на наш век хватит неоткрытого. А в чем интересно, понимаете, мы вот в прошлом году праздновали 135 лет начала добычи железных руд. Так вот, через 10 лет уже после начала добычи мы вышли на первое место во всей Российской империи. Да? Мы добывали на топовом периоде до 87% всего железной руды. В советское время это были показатели от 57 до 64% всей железной руды. И на сегодняшний день, ну, как бы показатели очень, очень велики. То есть город уникален по своему запасу, по количеству, по перспективе этого. И вот, конечно, это интересно, потому что очень мало точек, вот, где действительно такая сумасшедшая сырьевая база, и где есть вот, ну, такое интересное и развитие и бизнеса, и технологий. Є буквально хвилина, щоб ви ще раз запросили на презентацію. Кого хочете бачити? Хотелось бы, ну, всех интересующихся, всех, кто, кому интересна история, всех, кому не безразличен наш город, приходите. Ну, я думаю, раз выбрал время чрезвычайный полномочный посол, если приехали делегация из Днепропетровска, то, ну, нашему же сам Бог велел как бы прийти и пообщаться, посмотреть, что-то узнать новое и двинуться дальше. У меня такой... Маленьке питання на завершення нашого ефіру. Є чотири варіанти відповіді. Ви себе ким більш вважаєте? Істориком, краєзнавцем, письменником чи бізнесменом? Наверное, всього понемногу, но на сьогоднішній день, ну, преобладает вот краеведение. То есть краеведение, вот оно во главе, но оно невозможно без собственного бизнеса, который, да, дает эту возможность, без знания истории и без общения с людьми. То есть все вместе. Дуже дякую. Член Національної спілки краєзнавців України Ігор Рукавицин у нас був в гостях. Мене звати Іван Дичак. Залишайтеся з нами на Першому Львівському. До побачення. Дякую.